9 сентября в Новошахтинске состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области 6-го созыва и Новошахтинской городской думы 7-го созыва. Завершилась регистрация кандидатов. В Законодательное собрание всего зарегистрировано 5 кандидатов, в городскую думу 90. По законодательству кандидаты имеют право на бесплатную газетную площадь в газете «Знамя шахтера» для публикации предвыборной агитации. Кандидаты в городскую думу имеют право на бесплатное эфирное время на телеканале «Несвитай». Окружная избирательная комиссия города Новошахтинска провела жеребьевку по распределению бесплатной газетной площади и эфирного времени в средствах массовой информации города. Из 90 зарегистрированных кандидатов в городскую думу подали заявки на участие в жеребьевке 45 человек. Телекомпания «Несвитай» предоставляет кандидатам бесплатное время в размере 3 минут для выступления в прямом эфире. Для каждого из 25 округов по результатам жеребьевки определен день выступления в прямом эфире. Время выхода в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 12 часов. И уже начиная с понедельника, 13 августа, все зрители нашего канала смогут посмотреть на кандидатов, послушать их выступления, их программы и определиться со своим выбором.